Магазины, маршрутки, кафе – места массового скопления людей продолжают оставаться под пристальным вниманием мониторинговых групп. Регулярно представители Роспотребнадзора, администрации и полиции обходят общественные места, следят за соблюдением масочно-перчаточного режима. На входе в магазин, поликлинику, фитнес-центр или кино обязательно должны быть дезинфицирующие средства, одноразовые маски и перчатки для покупателей. Лучше всего с данным правилом справляются крупные торговые сети. Хуже обстоят дела в небольших магазинчиках. Проверяют и рынки. В Новом Городе, к примеру, проверили Заволжский рынок на улице Наганова. Сегодня было проверено 18 объектов торговли, расположенных на территории рынка. Составлены 2 протокола в отношении лиц, находящихся без масок. В масках и перчатках должны ездить и водители автобусов, троллейбусов, трамваев и такси. Однако далеко не все выполняют правила, предписанные 19-м указом губернатора области, за что получают протокол о выплате штрафа. В сегодняшний день мы провели в Заволжском районе мероприятия, было выявлено у нас 2 правонарушения водителями общественного транспорта. Проверено 10 единиц транспорта. Кроме мониторинговых групп, в скором времени в регионе появятся антикоронавирусные патрули, куда войдут волонтеры-медики и народные дружинники. Работать патрульные будут также в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Главная задача – рассказать жителям об опасности нахождения без маски. Подобные беседы будут проводиться и с представителями бизнеса. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.